Вот он, козлик. С рожками, как у антилопы. Вот такие длиннющие. Сам ко мне идет. Всем здравствуйте. Давно я в лесу не был, ну как давно не был. В лесу-то я вот за таким делом периодически бываю. Просто не снимаю. А что их снимать? Ягоды и ягоды. Сегодня поехал в дачу попытать козликов поискать. Ну и на ягоды в разведку. Поспели, не поспели. Поступил у нас заказик на 5 литров ягод. Сегодня уже некогда, а завтра надо ехать собирать. Вот такие дела. Ну, что получится. Заснять, то получится. Там у меня вот вода. Большой мешок. Вот так вот. Иду такой он по горелому лесу. Трава хорошо зашла. Смотрю, вроде что-то рыжее. Отвык уже от таких цветов, как они должны выглядеть. А это коза. А может, козленок у нее. Пойду погляжу. Так, все, куз запомнил. Ну что, в общем, жара уже заметно спала. Но косуль я так еще и не видел. Вот, кроме трех самочек, нас интересуют самцы. И пока тишина. Жара спала, стал комар появляться. Я пока спасался так в футболке паутов. Меня не шибко много нашло, чтобы я их успевал. Уничтожал. Сейчас, наверное, надо одевать кофточку. Ягод я уже, короче, объелся. Живот у меня все полный. А животины так еще и нет. Сейчас не знаю, наверное, вот там вот посижу. Если там ягод нету. Послушаю. Должна у них перекличка-то пройти. И потом уже будем ориентироваться. В том направлении, куда нам двигаться. Но мне один фиг надо туда двигаться. Ветерочек вот так вот боковой пока дует. Маленько мне в лицо. Тут, похоже, был лосяш. Вторую лёжку уже нахожу. Вечерами обычно у нас штиль сейчас. Жара пока. Так что вот сегодня то, что вот сейчас еще дует, это очень хорошо. Есть шанс подойти поближе. Козочка пасется, все назад поглядывает, куда-то вниз. Ага, вон он, козленочка. А вон он даже не один. Их там два. Может, подойдут. Даже их там три, похоже. Бегают. Пробую, или я поближе, или они поближе. Или на дерево залезете. От леса, видимо, меня крутнуло запах. Занюхалась, занюхалась. Не знаю теперь, куда бежать. Сейчас вот, в общем... Там в лесу один орёт,
Я иду вон так справа. То ли где-то рядом со мной был, то ли нет. И слева тут один орёт, и еще левее один. Вот этот, получается, средний. От меня убежал кругом. Камеру его не успел заснять. Он далеко был. Уже когда остановился в березах. Вроде три отросточка такие. Может, два, но довольно высокие. Так, он кто-то бежит. Коза, похоже. Там нюхается. Сзади них козел орёт. Может, перескочит тоже. Тут, похоже, осик. Рожки когда-то свои чесал, нынче. Хотя, может быть, сломана была давно. И козел веточку добивает эту. Непонятно. Уже где-то вот рядышком ловят. И не пойму, то ли они уже тут сами по себе, то ли все-таки я их тут пугаю, хожу. От меня, в общем, вот коза стоит, голова у нее. И справа за ней там двигаются. Козленочек выскочил сейчас. Второй. Второй козлик на сегодняшний вечер.
Сейчас вот иду и думаю, а странное совпадение, как полнолуние так меня в лес тянет. Вот такая красивая луна опять. Из-за облачка появляется. Полторы минуты и все. Луна полная теперь. Эх, красота. Кусаются.